Смотрю сейчас комментарии, вот пишут, что ты врешь, аватарки везде светятся. Ну, слушайте, ну я же вам показала, ну вот смотрите, где аватарка, где? Вот такие вот. У меня и кто мне пишет, у них такие же у всех аватарки. Вот посмотрите. Вот, показываю наглядно. Вот видите, вот нету аватарок. Я вам вру, что ли? Вы так пишете, как будто я вам даже не показала это. Я же прекрасно показала и сказала. С доказательством. Если у вас работает хорошо, вот в Екатеринбурге и в Москве не работают. Потом насчет тех видео, что вот приехала в Россию и давай тут обсирать. Кого я обсираю? Я вам делаю видео моего дня, и у меня в течение дня происходят вот эти события. Я их вам рассказываю. Вот и все. Я ничего не придумываю, ничего не таю, а просто рассказываю, как у меня проходит день. Если такие случаи случаются, вот как там всякие конфликты, мне это на руку даже, потому что у меня есть о чем снять видео. Любой блогер вам скажет, что это все контент. И поэтому вот такие неурядицы. Они мне на руку идут, хоть я и переживаю, но я зато из них могу сделать видео. И вам интересно смотреть. Чего смотреть-то, когда ничего не происходит, и смотреть никто не будет. Вот вам показываю аватарки. Вот. Я не вру.